пока еще есть время. Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Сегодня. Завтрашний день, он не наш завтрашний день, мы не знаем, будет для нас завтрашний день или нет. Вчерашний день тоже не наш, он уже ушел в вечность. А вот сегодняшний день, это наш день, это время благоприятное. Поэтому здесь нужно говорить, все разрешить, что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Это не только, говорит, священникам дается это право, но и каждому из нас. Потому что там уже, когда уйдем из этой жизни, там не можем мы примириться с соперником своим. Этот уж книга жизни закрывается, все там уже будет. Поэтому здесь нужно быть. Согрешаем, да, согрешаем. Лукавый ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Наставляет между нами какую-то неприятность, вражду, подозрение устраивает. И вот церковь установила в году один день, когда мы друг у друга и спрашиваем прощения. И я прошу у всех у вас, простите Христа ради, где мое недостоинство, где я, может быть, не так, как должен, как пастырь поступить, за грубость, может быть, где-то, за леность мою, где нужно было бы сделать, я поленился это сделать. Прошу всех вас, простите меня, Христа ради, помолитесь о мне. Прости, Господи. Сейчас подходите, прикладывайтесь к Слову Божию и к иконе, кланяйтесь мне, просите прощения, целуйте крест, оборачивайтесь и... Жди меня, я пойду. Всех, братья и сестры, простите меня. Можете потом единолично у каждого. Освободите здесь, чтобы был проход свободен. Ну что, стихирки? Он хотя бы где-то считает. Что, простите меня. Во, прости. Тебе, царю и владыку, ангели непрестанно воспеваю. Пожити припадаю я, помытая зовы. Боже, очистый, братья и сестры, простите Христа ради. Помилуй меня, безмерно сущих души моя. Волнами житейскими не покрывайся. Надо... Благодарствую молитву, сейчас они пропоют и благодарствую молитву. Бог простит. Братья, еще раз простите меня ради Христа. Да Бог тебя простит. Братья и сестры, простите нас Христа ради. Да Бог вас простит. Особенно за Верона. Да Бог ради простите. Братья и сестры, простите меня Христа ради. Да Бог тебя простит, Господи. Я Боже, иногда же не грешнице, Испасу меня, омочите ноги твои, я же мёд пути переправи, слава тебе, Боже, слава тебе. Братья, простите меня, Бог простит, и нас простите. Братья, простите меня Христа ради. Да Бог тебя Бог простит. Благодарю тебя, Господь Бог мой, что ты не отрезал меня, достоин меня приобщиться к святым твоим. Благодарю тебя, что меня недостойно причаститься причастие к твоих небесных даров ты достоил. Простите меня, Христа ради. Я всегда помнил милость твою, и жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки и благодетеля, таким образом, будя из здешней жизни, надежде на жизнь вечную, достиг я места вечного покоя. День пристанный к вам, праздновщик, бесконечный сад, день, когда тебе сказал мне, как суперсвятый год,
Братья, сестры, простите меня ради Христа. И моим радость любящих тебя, Христос Бог наш, и тебя раскрывает все творение во веки. Владыка Христос Бог, царь веков и создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне и за священие причистых и за трещих. Молю за тебя, благой и человеколюбивый, сохрани меня под кровом твоим, и в тень крыл, и в тень крыльев твоих, и даруй мне с чистой совестью за последний раз доктор, достойно причащаться святынь твоих, просвещение грехов и жизнь вечную, Батый хлеб жизни, спросит освящение, податель благо тебе, слава высылаем Отцу и Сыну Духу, поныне тебя во веки веков, аминь. Дав ты пищу мне плоть твою добровольную, ты огонь сожигающий застой. Подвижи меня, создатель мой, продвинувший, члены тела моего, только суставы, внутренности сердца, сожгите я за всех моих совершенных, душу очистит, и мысли, колени утвердит, с костями вместе. Просвети и спять, главный счет, кто меня пригласит страхом пред тобой, всегда защищай, охраняй, и береги меня от всякого грешного. Меня и Любовь Петровна. Дело и слово очищай, умывай, и устрояй меня, украшай. Разумляй, просвещай меня, яви меня, твои обители единого духа, и уже не обители греха, что убежали от меня по принятию в участие всякий злодей, всякая страсть, всякая дома, твоего, как от огня, когда ты мир себя, тебе представляю всех святых, начальников войск бесплотных, и течи твоя мудрых апостолов, и сверка и твоих упавших чистой матерь, прими их молитвы, милосердный Христос мой, братья и сестры, простите мне Христа ради. Твоего служителя, ибо ты единый благое освящение, также своего. Братья и сестры, простите мне Христа ради. Все тебе подобает Богу молитве, всем и слово посылаем каждый день. Тело Твое святое, Господь Иисус Христос, Бог нас, да будет мне жизнь вечная, и Твое Христовое прощение грехов, да будет же мне это благодарение. Братья и сестры, простите мне Христа ради. Радость Твоей второй пришествии, сподобие меня. Господи, прощение. Славы Твоей, погадатых Солнце чистых. Братья и сестры, простите меня Христа ради. Да прости, как помилуй, Господь. Братья и сестры, простите меня Христа ради. Милость его Бога, любящая милосердие Матери, помилуй меня и дай мне умиление и сокрушение сердца мое, и смирение в мыслях моих, и создание Богом добрым, когда ты не желает разум мой, и достой меня до последнего моего вздоха, не утверждение принимать святых твоих, дай но исцеление души и тела, и подай мне свежий покаяние, и смирение, что у меня ради Христа, и жизни моей, ибо ты благословенный, простите, прославленного веки, аминь. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне принц на веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, спаси грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые святые небрежные наши, и имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне принц на веки веков, аминь. Отче наш, и святые небрежные наши, и имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, и ныне принц на веки веков, аминь. Отче наш, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Теперь обращайся ко всем, братья и сестры, простите. Братья и сестры, простите меня, Христа ради. Яко Твое царство, сила и слава в веки веков. Аминь. Бог прости. Братья и сестры, простите ради Христа. Пусть это хотя бы тело, что я пустые, прощаюсь. Братья и сестры, простите меня Христа ради. И простите Христа ради Татьяну Кузьминичну. Она всех вас ожидает. Братья, простите нас с Варей Христа ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Игнатий, простите меня Христа ради. Братья, сестры, простите меня ради. Игнатий Тихонович, прости меня ради. Все. Спаси Христос. Благодарю. Спасибо.
Никонович, простите. Простите меня, Христа ради. Я не Алексеевна просила, простите. Храни вас Господь. Святым и святых, Отец наш, Господи, можно нас. Аминь. Благословение Господне на вас, такого благодарного человека, любого свидания, пресня, веки, веков. Аминь. Напоминаю всем, в соборе прощения будет. Значит, владыка, там служба стихи часов. Кто может, приходите. Да не все. Христа ради. Прости меня, Христа.